В садовом товариществе «Дружба» в воскресенье произошел пожар. Сообщение поступило на пульт пожарной связи в 5 часов вечера. Прибывшие огнеборцы обнаружили открытое горение второго этажа дачного дома на площади 50 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали. В результате уничтожена внутренняя отделка дома на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительной причиной ЧП стало воспламенение кровли из-за раскалившейся печной трубы.